Поехали, что ли? Раз, два, три. Давным-давно. Да, до того, как появился род людской, был монстр с именем Firebrand. В городе Мира Гулей Трурии. Чтобы стать настоящим воином, Firebrand тренировал себя в тренировочном центре воинов каждый день. Но однажды... Здорово, Firebrand! Вот ноготь призрака. Ты получишь его, когда будешь определен настоящий воин. Пришло время пойти тебе потренироваться снова в центре воинов тренировочном. Привет, Зубок Рыныч, мы его только что прям запустили. Ух, приветы. Короля зовут Морок. Натаха может только определенные игры играть. Ух. Я могу играть практически во все. Вот, ему 3 зелья нужно принести, чтобы он обменял их на какую-то силу. Привет, Твиксыч. Ну там Tales Adventure есть неплохой, Твикс. И Streets of Rage не заработали. Почему-то ни первый, ни второй. А так больше ничего особо не смотрел. Мы вчера заценили Battletoads на Game Gear. Это вообще что-то с чем-то. Зелье нашли. А, то есть его и нужно было притащить. Черный свет случайно, ну, внезапно появился. Поторопись, королю, поторопись. Ну, это и есть игра про Гаргулью из Ghost and Goals. Про Firebrand.
Это отдельная игра про него. Гаргулю из той игры зовут Firebrand, и мы за нее здесь играем. Привет, привет, Лаки. Зато мы набрали зелий. Тут, если умираешь, то они никуда не тратятся. И можем повторно собрать. А и опять те же самые ошибки. Ну, я знаю, что в первом городе я могу их обменять на какую-то дополнительную силу, навык. Класс. Ну и, видимо, в других городах тоже. Там ХП может проапгрейдить получится или еще что-нибудь такое. Тут типа Гаргулия может летать, но только ограниченный срок времени. По крайней мере, пока что он не очень большой. Не уверен, что я хочу за этим зельем лезть. Ай. Я играл в первый уровень. Тут есть секретик один полезный. Вот здесь должен быть. Это максимальный ХП увеличил нам на 1. Теперь у нас 4 сердечка. Thank you.
Я не помню, сейчас босс файт или нет. Здорово, Инфорсис. Да. Готов. Firebrand, я сейчас умру. Возьми этот коготь призрака с собой. Я его получил, ура. Могучие силы держатся... А, теперь в моем теле есть. Я теперь могу прыгать выше, чем раньше. Иди на запад, Firebrand. Ты найдешь город, который называется Гибеа, где правит кинг, король Бар. И скопытился он. Ну, типа Last Boss от Vix. Тут написано, что в момент, когда эта игра проходится, тут еще нету людей вообще на земле. Нет, типа до Ghost and Ghouls происходит. Вот, тут можно смотреть. У меня прокачан прыжок на 2, крыло на 1, жизнь на 2. Я вот Майл Шторм купил сейчас. Видимо, это используется один раз, а потом тратится. Майлшторм. Тут, наверное, ничего больше нет, но можно взглянуть одним глазком. Да, Мантис, именно так. Геймплейная игра весьма такая интересная и уникальная в своем роде. Сложно было. Вот я теперь выше прыгаю. Даже и не запрыгну, правда? Только через Damage Boost. Смотрите, мы запрыгнули сюда. Speedrun! Так,
что это за хата. Ага, вот нам сюда и говорили. Типа, однажды здесь правил король Бар, но... Может, Майлсторм пила это продолжение? Конты? Не знаю. Потому что чувак говорит, что сила Майлсторм его вернула обратно. Вот, он то же самое продает. У нас два Майлсторма. Пароль. Первый пароль. Видите, здесь есть система паролей. Потому что игра не самая короткая. Это что за место? Это яма. Похоже, с королем они... короля они не спасли. Это новый какой-то чувак, который здесь рулит. На северо-восток нам нужно пойти. Чтобы здешнего короля освободить. Единственное, что я понял. Давайте Майлсторма купим. Еще один. Я не знаю, насколько тут долго ходить. Тут что у нас? Это просто восток, и тут ни хрена нет. Нам, видимо, сюда. Да. О, новая броня. Драконья броня. У нас ХП выросло, 5 сердечек теперь. У нас в какой-то момент 3 жизни стало, может быть... Майлсторм это жизнь? Thank you.
Нет! Ей мы еще живы. Тут ничего нет. Но это мы перешли через реку огня. То есть тут жизни нигде не написано отдельно? Нет. Так, что тут у нас? Какая-то ищет Night Drop. Не знаю, надо блокнот взять. Может, это все не нужно? Кейт. Это Сидон. А этот уже за 15 барыжит. Не зря я там прикупил моих штормов. Да, то есть нам нужно на север идти от этого города. Ну вот он говорит, что на востоке находится лес, называемый Хином. И там находится камень Night Drop, которого ищет как раз вот этот Хеката. По сути, возможно, нам стоит сходить сюда сначала. Или это не то место? Но тут где-то должен быть проход. Что, можно с тобой постоянно драться, что ли? Похоже, источник фарма. Вот этот лес, видимо, где валяется Night Drop, который вроде как нужен для Хекаты. Да, он не может вверх-вниз плеваться, по крайней мере, пока что. А...
Возможно, мне крыла не хватает, чтобы туда залезть. Нет, хватило. Нет, окей. Тут что у нас? Не вижу ничего. По сходу можно полутать. Нет, стой. Зелье. Там жизнь. Вижу. Если бы я спрыгнул там концерт, я бы ее взял. Класс. Ну, игра очень неплохо сделана, Мантис. Так, он почти до растений доезжает. Вот здесь. Интересно, жизнь будет респавниться каждый раз? А еще он садиться не умеет. Окей, я не думал, что хитбокс. Оп. Такой. Ну вот сейчас и проверим, респаунится ли жизнь.
Здорово, Майк. Так, ну смотрим, есть ли там жизнь. Есть. Удобно. Нам куда-то сюда. О-оу. Уже знал, что там шипы. Здорово, Холли Мовис. Уважаю. Пойдемте возьмем жизнь. Да, горгулий на Дэнди. Весьма неплохие горгульи, причем. Нет, чуть-чуть. Печально. Так, пока я каждый раз пытаюсь добыть жизнь, у меня заканчивается здоровье. Вот на тоненького тут. Беда, помогите! Жопа. Все-таки нужно не торопиться здесь. А то я тут просираю. Как это я умер, так интересно. Thank you.
Смотрите, здесь я могу летать. Только захочу и вверх. Непонятно почему. Никаких вентиляторов, ничего тут нет. Специальное место просто. Ай. Черт, он дальше перестал лететь. Шипы, как в Супер Робин Гуде. Вот, это только одно сердечко устанавливает. У. Мы дошли. Блин, а тут босс файт. Если он весь такой, мы должны справиться, по идее. Да, Night Drop получил. Кстати, там были места. Там были места, где я не мог залезть. Нужно записать. Да, он дует, то всасывает, то выдувает. Вот видите, Майлшторм 0. Майлшторм — это и есть жизнь. Можно купить жизнь себе. Не тот продавец. Они дальше все дороже и дороже, небось, будут продавать. Давайте, нам на севере нужна пещера. Это не тот север.
дом. Да, Мантис, я тоже далеко не сходу понял. У них эта штука типа воскрешает не только меня, это какая-то общая здесь ляпа. Они как-то обосновали, видимо, то, что я воскрешаюсь, то это какая-то могущественная сила, а не просто жизни какие-то, про которые никто ничего не говорит. Мы теперь летать лучше можем. Так, а где пустыня? А вроде в предыдущем городе говорили, что на севере. Сейчас я проверю еще одно место. Там, мне кажется, был выход из пещеры. Потому что, по сути, здесь больше некуда идти. По локации предыдущей. Да, вот, нам сюда. На уровнях там, по-моему, по две бутылки дают. За каждый пузырь, который я нахожу. На уровнях по два или по три. Перелетел, называется. Все кое-как. Вот она, пустыня. А это что за место? Есть тут еще что-нибудь? В округе, может быть, я могу где-то жизни купить? Просто если мы умираем, то мы, по-моему, в город возвращаемся. Тут конты бесконечны. Видимо, очередной босс будет.
О, у нас новая магия есть. Бумеранг. Это когда мы Night Drop нашли, нам дали. Гнезда у них не ломаются. Вот мне кажется, что там внизу яма. Окей. Тут что? Ага. Ну теперь мы точно узнаем, что будет, когда мы умираем. Мы воскрешаемся, видите, на базе нашей, поэтому тут умирать не очень выгодно. Давайте купим... Или это не наша база? А, нет, это город, где бар сидит. Здесь по 15, по-моему, продаются Майлштормы. Еще одну можно купить. Все равно их жопой жую, этих фиалов. Мы типа разным королям, я так понимаю, помогать ходим. Поможем бару, потом нужно будет кому-нибудь другому помочь. Thank you.
Максончик, привет. Нам сюда. Но зелья на карте не воскрешаются. Только на уровнях. Так, лучше я просто буду лететь. Блин, дурацкое место, а? Я только что 3 жизни здесь просрал. Как я вообще это перелетел? Нет, двойного прыжка нет. Разбега нет. В прошлый раз мы же перелетели это место. Хоть со второго раза, но перелетели. В прошлый раз я просто прыгнул к краешку, похоже, и получилось. И ничего больше не делал, просто летел вперед. Я, видимо, рано нажал крыло. Сейчас опять я умру. Чуть-чуть не хватает. Реально какой-то пиксель перфект. Thank you.
Задресни, а? Как я это со второго раза вообще прошел? Амрага, привет. Ну, такая игра. Firebrand, герой. Здесь. Происходит до сюжета всех игр. Раз это вторая часть, значит, должна быть и первая. На геймбоях, что ли, или где она там? Я тестирую. Да блин, тут не хватает просто миллиметров. Мрак, он просто еще не прокачался. Он прокачается, будет лучше летать. Он, кстати, даже ходит похоже, как Ghost Goblins. Стрелять, отталкиваться от стен, летать, ну парить точнее. Пока это все. Thank you.
Наконец-то. На первый раз-то я просто долетел. Значит, что я в какой-то не в тот момент нажимал полет. Нажимаю полет сейчас. Джин, какая-то хуйня. Я думал, это сейчас нам хп проапгрейдит. Пришли. Мы последней жизни затащили здесь. О! Магический торнадо. Смотрите. Я хочу здесь сходить в то место, где поверху
можно идти было. Вот здесь. Так, это просто хпшечка. Опять тут джины. Вот кажется, внизу это то место. Куда мы шли. Да, а если я в зыбучих песках утону, чтобы не возвращаться долго. Может, здесь секрет есть? Вот жизнь, смотрите. Наверное, можно долететь. Может, еще что-нибудь полезное увидим по дороге. Рыба, мразь, а. Геймплей для NES-овского платформера нестандартный, весьма развитый, интересный. Комфортно тоже играть. И чё, даже повторно надо бить. А эта штука замедляет. Даже выпрыгнуть не могу. Фу. Ну, может, тем лучше. А, и на боссе воскрешаю все равно. Ну, тем лучше. Вот. Тактическая смерть. Будем считать это тактической смертью. Да, мы его пофиксили. Мы можем теперь выше прыгать, чем раньше. Вопрос. Смотрите. Я хотел в лес сходить. Где-то тут же лес был. Где там лес-то был? А, там нужно вот сейчас через мост перелететь. Потому что там было какое-то место, которое я мог бы залезть, если бы... У меня были торнадо. Может быть, я хпшечку там проапгрейжу себе. Я теперь прыгаю выше.
здесь. Сколько у нас виалов? 21 всего. Вот здесь. У нас прыжок уровень 3. Теперь. Крыло уровень 2. Так, вот это вот куда ведет? Никуда не ведет. Если я хочу свалиться, то самый лучший способ. Вон ту платформу вверху видно было. Так, все плохо. Ну, может, жизнь возьмем хотя бы. Это сердечко будет. Заодно поушенов насобираем. Хотя тут, я помню, по-моему, выбраться было не очень просто. Вот туда я хочу залезть. Залез. Блин, придется еще до конца идти. Я думал, в начале уровня. Нет, не убивайте меня. Тут, я так полагаю, тоже ничего. Да.
Интересно, за повторное убийство босса хоть что-нибудь дают? Но определенно бумерангами он быстрее убивает, чем стандартной силой. Не, ничего не дают. Короче, валим отсюда. Так, прикупим жизни. Здесь это продается. На две жизни хватит. Приятная очень игра. Ай, подстава. Надо было по шипам там забраться просто. Не, сюда он не запрыгнет. Так, там замок уже. Эти не исчезают в большинстве своем. Просто убить парочку врагов, получить 3 виала. Можно фармить сколько захочу. Дворец короля.
Ку-ку-ку, ты чё, упоротый? Давайте запишем на всякий случай, мало ли чего. Они тут все кукукнуты. Про длинный дом на самом деле нет. Я не помню, это король был или нет, мы его уничтожили. Типа нужно найти короля, это не король был. Северо-западе деревни есть. Они теперь нормально заговорили. После того, как я этого босса победил. Типа на горе есть там дворец, и возможно там что-то есть. Лаборатория. Король что-то тут спрятал где-то.
вода какая-то спрятана рядом с горой. А, так эссенция, это просто хп увеличивает. Лол, удобно. Поговорили с чуваком, он нам хп прибавил. Вот чуваку воду нужно принести и еще какую-то шляпу. Так, еще вон тот дом давайте проверим. Привет, привет, Аватар Пауэр. Ну вот я прохожу. Если не ты, то мне надо пойти. На северо-западе гора должна быть. Кажется. Или на северо-востоке. На северо-востоке, наверное. Кто тут у нас? Жопа. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Почему меня отсюда не выпускают? Я вот так с дэмэдж бустом только пролечу здесь. Меня все равно отсюда не выпускают, так что давайте слетаем. Ага, вот вода. Вот это типа на гору. Они считают горой. Что еще здесь есть? Деревушка еще, про которую там говорили. Топиты. Потерянные деревни. На юге живет Дагон. И вот с него мы можем выбить предмет, который нам для апгрейда нужен максимального хп. Thank you.
Мне тут рассказывают, как в лабиринте зеркал правильно перемещаться. Не, аватар Пауэр, он еще не родился в этот момент. За 20 вялов уже жизнь продает. И вон пустыня на юге. А? Пустыня есть, а входов нет. Ну, можно, но нет особого смысла глубокого в этом. Из бутылки только жизни покупаешь, и тут конты бесконечны. Окей. По сути, у нас только одна дорога осталась. Куда пойдем? Тут же ничего у нас не осталось, да? Зря я сюда полетел. Шипы какие-то, можно вверх, похоже, забраться. Нет. Мы уже сходили налево вверх. Тут явно везде тупики. Торнадо здесь все проще. Я на самом деле не знаю, что внизу. Там слева можно, похоже, подняться. Там есть что-то определенное.
скотина, а? Сраный бронтозавр меня убил. Лети. И все ради жизни и сердечка. Гаргульи. Ай, а у меня хп мало было или что? Ага, они по два сердца снимают, похоже. Готово. Свечу полтергейст. Так. Это типа король. Еще выше. О, и летать больше. Смотрите, джамп 4, крыло 3. Можем жизнь купить, можем не покупать.
Здесь никто не появился в пустыне. Ой, нажал старт. И он влез. Или я просто нашел место. Это босс файт. Вот, теперь можем еще хпшечку апгрейдить. Пойдемте в дворец. Лаборатории. Здесь что ли? Но они интересные все равно, босс-файты забавные. Типа, если я использую, у меня полностью хп восстановится. Это не апгрейд хп. Специальный предмет, вот Soulstream. Я правда не знаю, после этого я не смогу ее использовать или как это работает. Ай, он. Успели. Проверка стандарт. В зеркала можно заходить.
Лабиринт. Там было написано, что пока босс выглядит как я, не нужно его атаковать. Нужно дождаться, пока он примет другую форму. Так, тут два зеркала. Пойдем влево, попробуем. Как туда лететь-то? Или он все-таки может? Я не очень понял. Я забыл про торнадо. Так, а где тут можно было купить жизни? Не, не здесь, тут пароль. Где-то в одной из лабораторий, по-моему. Просто нам дали торнадо, но их, по сути, не нужно использовать большую часть времени. Я про них забываю периодически. И там... В NES Money было написано, что в 12 нужно на эту игру Estimate. Но такое ощущение, что мы практически полностью проапгрейжены и близки к концу игры. Это мне не верится про 12 часов, либо мы какую-нибудь концовку неправильно закончим, не знаю. Thank you.
Это было очень опасно. Не, сюда мы не пойдем. Не выглядит как то место, куда нужно идти. Я думаю, когда есть много вариантов, нужно идти в самый последний. Летать, когда он за экраном. Тут зацикливается экран или нет? Нет. О, с самого начала, класс. Такое ощущение, что мы на правильном пути. Он сюда не хочет заходить. Вот гнида. В разбитое же зеркало нельзя зайти. Он и в эти не хочет заходить. Смотрите, мы нашли одну. Дошли. А, это вот мое отражение.
Короче, убьем сейчас. Легенду мне расскажет. Когда этот мир будет накрыт темным светом, это жопа, короче, для этого мира. Темный свет принесет смерть и разрушение везде. Но есть единственная надежда для нас. Это красная горгулья. Он превратится в красное пламя и, короче, победит темный свет. Firebrand — это Гоза, тот, кто хочет уничтожить этот мир. Он пытается освободить короля разрушения Брегера, кто может уничтожить весь мир. Газа переполнен темным светом, и дворец Бригера собирается появиться. Firebrand, иди в Луз Кип, попроси короля и королеву заключить их силу в эту свечу. Свечу получил. Что-нибудь еще мне скажешь? Сюда вернуться после того, как я поговорю с теми ребятами. Пароль. Юго-восток. Только один из выходов ведет туда. Типа, смотрите, много-много-много входов, и один из них ведет туда. Возможно, Твиксыч. Мне жопа. Надо было воспользоваться, наверное, торнадо где-нибудь в начале. Thank you.
Отлично, мы отсюда начинаем. То есть ничего не теряем. Забавно, что под сам английского это вот как раз тот сосуд, который я собираю под. Так, смотрим. Я зашел вот сюда. Попал вот сюда. Смотрите, это как будто выход. По-моему, прям такой же. Зелье там же расположено. Окей. О, нашли. Нет, подождите, это что? Да, мы сюда пришли. Второго выхода. Для тех, кто не знает, это мы жизни здесь покупаем сейчас. За 20 виалов. Ага, летаем теперь дальше. Теперь можем лететь дальше. Это королева? Ужас.
ХП должно увеличиться. А, нет, какой-то Magic Claw. Теперь по стенам из... Ну, короче, по каким-то стенам из шипов я смогу подниматься. Ну, то есть я по шипам могу на шипы напрыгивать. Да, вон, у меня 4 уровня все. Единственное, что ХП и броню я никакую новую не находил. Теперь нужно вернуться сюда же. Мы теперь такими штуками стреляемся. Может быть, в одной из пещер здесь где-то апгрейд лежит. ХП. У нас, по идее, вот... по 2 апгрейда нужно. Похоже, последний уровень останется сейчас. Музыка новая. Ее нигде не было такой. А, да, вот мы эти. Блин, нет. Нам наврали про шипы, что ли? Наврали, походу. Бумеранг слабее вот этих сфер. Я не понял, как это надо было сделать. Правильно. По-другому.
если я его убиваю, то свет гаснет. Он мразь летает за мной все время. Взял сердечко, потратил сердечко. Ждем. Вот и босс файт. Несмотря на то, что ты уничтожил меня, тебе все равно не получится уничтожить короля Брегера, пока ты не станешь настоящим красным огнем. И он уже воскрес, похоже. Хе-хе-хе. Это не последний босс был. Демогоргон какой-то. Хочет мне помочь, что ли? Еще какой-то чувак дал нам силу и броню, и хп.
Ох, много чего надавал. И ох, все просто наапгрейдились. Вон. И жизненно прибавили, и прыжок, и полет, и, похоже, броню там дали. И даже коготь изменили. Вон, Darkfire нам еще дали магию. Где-то мы не нашли один апгрейд ХП. Ай. Я же нажал прыжок. Видимо, я до этого успел свалиться. Кажется, он бесконечно может летать уже. Нет ограничений. Опа, ну а вот и апгрейд. То есть я все нашел. У нас максимум ХП теперь. Начало. Да. Thank you.
я не понимаю, как их убивать так, чтобы они не убили тебя. Я думал, там хитбоксы такие, что я до него не Как эту хрень убивать? У меня куча заклинаний, и они все одинаковые по сути. Они просто стреляют вперед. Вот тут ни один не может ничего. Они все одинаковые. О, Фина Браун, thank you for your help. Now I'll play better. You see, it's actually helped me not losing anything right now. Oops. Музыка прикольная. Ай, ну... Ай! Он по 2 хп снимает каждый раз. Ну, кажется, мы научились, как правильно его убивать. Вот. Блядь. Испаун. Thank you.
Do you like shooting people? We have bears on the streets. I'm Russian. Yep. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не в ту сторону. Firebrand. Play balalaika. Ultra intelligent bears. Yeah, like this. So we visited Russia. It's like everyday life. Прямо с этого же уровня, да? Все равно. Ничего не теряем. If only it worked that way. I also don't want to die each time. Thank you.
вот и конец. Да, я наконец-то пришел. Он полностью не восстановил свои силы, но он достаточно силен, чтобы уничтожить меня и положить конец легенде. Just translating what's going on in the game. Нет. Я не могу поверить этому. Я не мог представить, что мой план будет предотвращен тобой красным пламенем. Но помни, когда-нибудь я снова воскресну и уничтожу тебя. Спасибо за беспокойство, Firebrand. Я никогда не мечтал, что ты... я никогда не думал, что ты настоящий красное пламя, легендарное. Кстати, я слышал, что есть прекрасная земля, называемая миром людей. Она только создается. Погуляй по этой земле, и если она понравится тебе, забери ее себе и будь там королем. Firebrand. Вали отсюда на землю людей прямо сейчас. Спасибо за GG. Когда Firebrand уничтожил короля Брегера, он отпустил всю свою силу. И этот мир был охвачен огнем, и черный свет ушел вместе с королем разрушения и его армией. Здесь все вернулось на круги свои. Firebrand выполнил легенду
огненного пламени. И эта легенда передавалась из уст в уста, поколение к поколению. Да, Макс Барт, привет. Вот только что закончили игру. 2.45 пусть будет, я не знаю, в какой момент тут таймер нужно останавливать. Очень неплохая игра, мне понравилась. Оригинальное, классное управление, геймплей, все четко. Еще одна пройденная игра в копилку. Yeah, it is the end. Easy boss fight, really. So, 164 игры пройдено. I beat one more game. Have 164 games beaten for my challenge. Capcom. Это Capcom сделано. Напоминала она Мегамена мне. Пойду в туалет сгоняю и еще что-нибудь попробуем пройти. Забавно, что только один предмет в секрете был, остальное все на виду лежало. Причем в самом начале, в самом первом уровне в секрете был апгрейд ХП и все. Давайте посмотрим, как пройти следующим.